снимай. Сережа, показывай. Итак, Шайтан показывает магию. Это Сан-Франциско, а это Milk Tea. Короче, делают в таких штуках чай и потом пропускают его через лед, выливают его в стаканчики и продают потом по 4-4,5 доллара. В принципе, хороший бизнес, жасминовый, разные вкусы. Вот. Очень популярный, хороший бизнес. Прикольно? Это как фишка.